Всем привет! И сегодня я вам расскажу, как поставить свой рингтон на iPhone. Все говорят, что это сделать невозможно, но на самом деле это сделать очень даже возможно. И мы это сейчас сделаем. Для этого мы подключаем наш iPhone по кабелю к компьютеру. Далее. Нам не нужен будет iTunes, но заходим в интернет. Заходим в интернет. Нам нужно будет вот этот сайт. mp3q.net. Можем его выбрать. Здесь выбираем файл полной песни. Я выберу вот этот на рабочем столе. In my mind. Здесь выбираем любой кусок песни. Просто обрезаем, что вам нужно. Некоторую часть. Как на iPhone. И вот такую, например. Я не буду полный трек этот палить, чтобы вы знаете, что это авторские права. Назад. Извините. Здесь, как авто MP3, мы выбираем M4R. Это, видите, рингтон для iPhone. Обрезать. Сохранить рингтон. В моей папке загрузит. Идет скачивание. И мы получаем песню. Далее нам пригодится программа iPhone Box. Здесь он определил все. Ссылку, конечно же, на нее и на этот сайт я ставлю в описании под этим видео. Здесь выбираем рингтон, потому что через iTunes вообще никак не получится. Импорт. Передаем сюда файл. Просто перетаскиваем его. Imagine Dragons, In My Mind. Сюда перетаскиваем, жмем, ставим его галочкой и обновить. Далее отключаем компьютер от питания. И телефон тоже. В айфоне мы заходим в настройки. Как всегда, звуки, тактильные сигналы. Рингтон, и здесь появится ваш рингтон, который вы записали. Но для этого нужно сбросить в оперативной памяти, вычистить настройки, чтобы все повторилось. Проверяем. Звуки, тактильные сигналы, и появился наш рингтон. Все делалось с нашего айфона. Проверяйте, схема рабочая, действует. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы больше не пропускать новых видео на моем канале. И всем пока-пока. До следующих видео.